Мы на Android Insider продолжаем изучать разные приложения, ссылками на которые вы, друзья, с нами поделились по нашей просьбе. Ссылкой на приложение Every Wiki поделился с нами Тимофей Безруков, за что ему персональное спасибо. Поехали! Итак, Every Wiki — это приложение интерфейс к Википедии. Таких в Google Play много. На движке Wiki построено много интересных справочно-развлекательных ресурсов, будь то энциклопедия «Звездных войн» или «Доктор Кто». Много-то много их, но либо энтузиасты пишут нечто кустарное для своего любимого ресурса, либо же остается довольствоваться мобильной версией сайта, да и то, если есть такая. В Every Wiki сосредоточен доступ к такому количеству сетевых энциклопедий, что голова кругом. Просто вызываем боковое меню и видим список доступных в Wiki ресурсов. Естественно, все, что мы вам называли только что, в меню доступно по умолчанию. Но и на этом список не ограничивается. Масса развлекательных и научных ресурсов тоже под рукой. А на примере любой статьи из той же Википедии можно легко показать удобную навигацию по странице. Оглавление с возможностью перехода к соответствующей главе или необходимому абзацу. Для этого служит специальный пункт категории. Кстати, если вы владеете не только русским языком, но и другими, то соответствующий переключатель в меню Every Wiki откроет доступ к обширному кладезю знаний. Вики-ресурсы по играм, вики-ресурсы по телешоу, вики-ресурсы по музыкальным группам и жанрам. Хорошо, нашли вы нужную статью. Что дальше? Можно сохранить ее для офлайн-чтения, можно расшарить в сторонние приложения ссылку на найденный материал, можно просто выделить нужные куски текста и скопировать куда нужно. Это же обычная веб-страничка, пусть и в очень удобной обертке. Все сохраненные статьи попадают в отдельный раздел, доступный из главного меню приложения. Там же можно найти историю просмотренных статей, если к ним нужно вернуться. Внешний вид приложения настраивается в довольно аскетичном меню настроек. Можно выбрать темный или черный фон, шрифт и цвет ссылок. Кстати, приложение выдержано в стиле Material Design, все свайпается и крутится, как у больших. Насколько мы смогли понять, Every Wiki – инструмент весьма полезный для многих категорий пользователей смартфонов. Тут есть ресурсы на любой вкус. Они всегда под рукой и с удобным управлением. Мы на свои смартфоны это миниатюрное в 2 мегабайта и абсолютно бесплатное приложение уже скачали, чего, как говорится, и вам желаем. Ну а на этом у нас все. Следите за нами в соцсетях, подписывайтесь на канал. Всем пока!